Здравствуйте, обзор на пылесос Кёрхер. Пылесос полностью рабочий. В комплекте идет шланг. Ну, насадочки нет. Насадки дополнительно продаются по 200-300 рублей отдельно. У нас в магазине нет в наличии, но в целом по Авито можно посмотреть. По корпусу имеются незначительные потертости. Работоспособность никаким образом не влияет. Так, пылесос полностью рабочий. Подключил его. Мощность всасывания хорошая. 5 режимов мощности у него есть. Переключаются режимы мощности на ручки. Запечатано. Сейчас там есть кнопки. Вот даже слышно кнопки переключения мощности. Так, получается, он у нас мешковой. Мешки. Не одноразовые, многоразовые, они меняются, продаются во всех магазинах строительных. Без проблем можно найти на Кёрхеры, мешки, щетки и так далее. Все это продается. Так, в целом, отличный пылесос рабочий. К покупке могу смело рекомендовать.